Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить с вами игру Луны Тюнес. Мир Мейхем. Ну что ж, давайте приступим. Надеюсь, сегодня нам повезет. Мы кого-нибудь новенького откроем с вами. В общем, приступаем. Так, что у нас тут? Тут очень много выполнено заданий. Давайте забирать все. Так, давайте, отдавайте мне все. Так, отлично. Где-то здесь, я тоже помню, бегали орлы. Ага, вот у нас свинюха. Так, а что, сундуки не активны, что ли, еще пока? Нет, можно открыть вполне. И что нам выпадет? Давайте посмотрим. Деньги, опыт, ведро, гидрант, кузница и поленья. Забираем все. Так. И здесь еще открыт сундучок у нас. Давайте глянем, что в нем выпадет. Так, все пока замечательно. Хорошо, забираем. И, по-моему, где-то вроде как еще должен быть, да? Я же три вроде активировал в прошлый раз. Ух ты, камера, такого еще не было. Погодите, а где же у меня еще-то сундук лежит, а? Вот он. И что с него нам выпадет? Ну давай, не томи меня. Опа-на, вот такого тоже не было раньше. Замечательно, забираем. Ну и давайте зададим опять им задание. Только на этот раз я буду делать уже вот такие трех, так скажем, галочные, трехгалочные задания. Так, давай тоже. Так, у тебя всего два, ладно. Пойдет и так. Сильвестр, давай-ка на три. Опа, клетка. Слушайте, довольно неплохо. Так, Даффи давай тоже. Блин, у Даффи только два. Ладно, и два пойдет. Ну и последнее, наверное, нам задание. Где-нибудь на три желательно бы сделать. Банни, ты как? Нет, у тебя только два. А Пиги? Да, Пиги как раз на три. Фортепиано, золотое. Хм. Что же, вроде бы пока все хорошо. Давайте назначим сундук. Или это... Да, назначаем. Вот сюда. Так, выставляем защитников. Это будет Сильвестр, Даффи, Форгорн и, наверное, будет Пиги. Вот так мы назначим. Все замечательно. Давайте здесь заберем задание, которое мы выполнили. И у нас с вами сколько здесь получается? 90 алмазов, ребят, 90. Ух ты, пипец, давай делись. И сразу же тогда отправляйся еще на одно. Так, ребят, смотрите, мы еще, что ли, сундук я могу назначить? Нет, я могу открыть. Подождите, тут надо забрать деньги обязательно у защитников за прошлые разы. И мы сможем с вами, смотрите, здесь проапать какое-то здание. Так, у нас в лесу улучшение. Также у нас получается улучшение в городке. Вот единственное, что я думаю, нам домики лучше улучшить или героев? Давайте домики. И возьмем, где побольше персонажей. Это, наверное, будет у нас... Черт подери, у нас только Элмер и Пепе. Ядрите его на корень, а. Ну, давайте Элмера улучшим. Так уж и быть. Пускай у него будет домик теперь 3 звезды. И у нас еще хватает даже на персонажа. И будет это у нас... Хм... Даже не знаю, кого тут лучше прапать. Ну, давайте, наверное, свинью. Так, делаем. У него получится... Блин, не переведено, но какая-то специальная атака. Эволюция 2. Отлично. Сделали. Так, больше никого, да, нету? Так, давайте, наверное, ему левел еще поднимем, да? Так, до 10-го прокачаем его. Чтобы он не был таким нубом у нас. Давай, Пиги. Не сопротивляйся. Блин, вот эти вот маленькие так мало прибавляют. Давайте уж сразу, наверное, все тогда бомбанем в него. Так, 8. Ну давай ты... Ну что же... Так, 9.
Да, на 10-й-то левел, по ходу дела, не дотягиваем мы. Немножко нам не хватит. Ну ладно, пускай тогда так. Все, применяем. Короче, почти 10-й уровень он у нас получил. И смотрите, у него мощность в разы выросла. Почти в 2 раза. Это хорошо. Так, а что же вы мне здесь-то показываете? Городок. Ага, мне даже еще хватает. Или пипе, или папарацци. Давайте, наверное, папарацци мы с вами улучшим. Лети или беги. Специальная атака. Эволюция 3-я у нас прошла. Лови момент. Следующий будет. Ладно, хорошо. Ну, вроде бы по заданию все, да? Сейчас тут заберу только. Ну и пошли с вами тогда мы на арену драться. Тут, как говорится, 15-й уровень у нас не за горами. Поэтому приступим. И я думаю, что это будет у нас какой-нибудь хороший сундук. Это вот этот. Давайте возьмем Сильвестра, Фогарна, нашу свинку. И это будет еще... Кого будет еще взять, а? Ну, давайте это будет у нас Даффи. Поехали в бой. Заберем сундук. У нас, кстати, 2 места есть под сундуки. И надо будет сезон кролика. Нифига себе, еще даже не успела игра начаться. Он уже на меня тут бросает, а? Ну ладно, охламон. Получи. Так, давайте загипнотизируем. Вот. Да хорош, Оу! Как так-то? Почему он такой слабый у меня? Сильвестр, хорош, завязывай. Так, срочно, срочно подлечиваемся. Что, на кого он, интересно, это сделал? На Даффи. Ладно, Фогран, давай-ка делай свою провокацию. Защитную стойку. И будем мы с вами Даффи добивать. Смотрите, здесь какие-то ребята пассивные скиллы у нас срабатывают, причем на всех персонажах. Так, все, Даффи готов. И теперь давайте Элмра возьмем в оборот. Давай, свинка. Молодец. В кого? Ага, Фогарна, отлично. Ну-ка, получи дубинкой. И наковальни добиваем. Отлично, все прошло хорошо. Ну, с бани мы сейчас быстренько разберемся. Он у нас тут один остался, никаких шансов у него нету на выигрыш. Все, победа за нами. Сейчас мы с вами сундучок как раз забросим в банк к себе. Давай, продолжаем. И как раз вот сюда мы его поставим. И еще у нас есть одно место свободное под сундук. Так, охрана выставлена. И у нас с вами еще 3 билетика есть. Давайте крутить рулетку. Это будет у нас, как обычно, ферма. Так, поехали. Ага, вот этой вот барышни у меня как раз и нету. И у нас она открывается. Ну что ж, ребята, поздравляю нас с очередным новым персонажем. Сейчас мы ее активируем. Так, и Гектор. Ну что ж, довольно неплохо. Так, ну что, активируем, конечно же. Мисс Присси, вот ее как звать, оказывается, а? Только сейчас это узнал. Ладно, отлично. Продолжаем с вами дальше. Так, а здесь что? А, наверное, для нее домик. Да, можно сделать? Или я ошибаюсь? Подождите-ка, ферма. Да, построить курятник мисс Присси. Значит, это все-таки курица. Давай сюда, я думал, что это цапля. Уж больно она похожа на цаплю. Ух. И продолжаем с вами бой на арене. И выберем, наверное, 0 секунд. Это как это понимать? Сразу, что ли, откроется? И здесь тоже 0 секунд. Ладно, давайте вот с этого начнем. Давайте вот так вот выберем Фогарна. Нет, Даффи не хочу. Давайте возьмем пса. Посмотрим. И давайте вот так вот сделаем. Тем более тут у него
Ну что такое? Какая, блин, опять какая-то критическая ошибка. И очередной... Ну что ты будешь делать? Так, а, все, понял, ребята. Понял, видимо, этих сундуков сейчас нету, поэтому 0 секунд и показывается. Ясно. Тогда давайте выберем с вами вот этого. Так, так, выбираем, выбираем. И, нет, без свиньи я не пойду. Где у меня? Вот. Поехали. Да, видимо, там какой-то глюк опять с сундуками. Теперь уже не зависает, а теперь у них показывается 0 секунд. Конечно, это очень странно. Давайте Фогорна начнем наказывать. Готов. Так, и, наверное, я думаю, Сильвестр-то бойскаут добьет. Нет, немножечко не хватило. Ну-ка, Пиги, отлично. Так, делаем провокацию на Фогорна, чтобы нас не пробили. Смотри, что он сделал. Снизил мне атаку. Ладно. Даффи, получи кнутом. Что там, язык достал. И дубинка сверху еще. Все, он готов. Ну, а теперь возьмемся и за свинью. Свинка-фермер, да? Так, кнутом еще для разминочки. Дубиночкой добиваем. Ну и остался у нас Бернард. Сейчас мы его разберем. На, получи. Все, очень легкая была победа. 3 звезды за нами. И получаем очередной сундук. И, конечно же, будем назначать его в банк. Он же будет назначаться или нет? Да, будет. Так, где у меня здесь? Вот, сюда мы тебя и поставим. Так, и выставляем, конечно же, охрану. Все, защищайте. Так, будем, наверное, сразу крутить рулеточку. Будем смотреть, кто нам выпадет. Ага, курица. Следующий у нас выпадает Бернард. И последним будет опять Бернард. Ну что ж, так мы можем быстро накопить на еще одного пса. И пока здесь нечего делать, давайте еще одну арену с вами сыграем. Давайте вот, наверное, вот на... Блин, да почему же такие они слабенькие-то все, а? Давайте вот этот, наверное, бой сделаем с вами. Так, так. Возьмем свинью и... Кстати, я так и не успел посмотреть, что у нас делает Гектор. Сейчас, думаю, у нас это получится глянуть, какие там у него новые удары. И вообще, что он из себя представляет. Так, сносим, наверное, вот эту вот. Потому что она меня нервирует. У нее врожденный, как сказать, уворот. Это что такое? Я не понял, это он что, свинью в свою поцеловал? Так. Опа-на. Это что-то новенькое тут началось. Естественно, подхил обязательно. Так, делаем провокацию и начинаем дальше разбирать. Ну-ка, давай-ка по башке тыквой. Получи. Ну, как-то очень слабо ты ударил. А, он же, ребята, у меня не прокачанный, он же первого уровня. Ёлки-палки. Опять она за свое, а? Кулинарка несчастная. Ну что же, хорошо. Так, он делает... Зачем делает подхил, когда они и так все были здоровые? Вот так вот всыпали. Давай-ка дубинкой. Успокойся ты. Оу. У Фогорна-то очень мало хп, ребята. А почему-то... Хорош, завязывай давай, цапля. Добьет. Да, добьет, ребята. Вот тебе и сундучок мы заработали, а. Вот это нежданчик, блин. Так, на тебе вилой. Слушайте, довольно крепкая она какая-то, смотрите. Ну, я думаю, против быка-то она не устоит. Нет, не готова, ты... Да как так вы... Ничего себе, они разобрали, блин. Ну, все. Так, что он там делает себе, не могу понять. На, получи кнутом.
еще и подхиливается, а? Ну и все равно получи. Так, вилой. И быком, я думаю, мы его добьем. Ну хотя бы постараемся. 63, нет, выжил. Ну, теперь уже точно ему крышка. Да, сундука нам не видать. И всего один билетик мы получаем. Это очень и очень плохо. Да, вот тебе и слабенькие. Разобрали меня тут по полной программе. Давайте откроем, наверное. Подождите-ка, что такое? Реванш? Это как понять? Реванш. Это он хочет... Ну, давайте попробуем реванш. Я не знаю, что это такое. А, все, я его победил в прошлый раз. И он хочет... Так, давайте тогда возьмем посильнее, ребят. Вот так. Ой, подожди, не то. Ну, вот так вот. И он думает, что он в этот раз меня одолеет. Честно говоря, я сомневаюсь в этом. Но если он хочет реванша, так уж и быть. Приступаем. Вот так тебе, реванш он захотел. Ну-ка. Давай, бойскаут, проучи этого петуха. Так, смотрите, у нас новая свинья. И что она тут делает, я не знаю. Ну, давайте вот так вот. Ага, это просто удар. Так, Фогорн делает провокацию. Не тут-то было. Да, ребят, я, кстати, понял, что каждый персонаж с другими взаимодействует определенными скиллами. Видите, например, вот здесь вот получает стойкость. Ну, это уже врожденная именно нашего Сильвестра скилл. Причем он идет пассивным. На, получи. Я вам сейчас устрою тут реванш, они захотели. Так, и остался лишь пес Бернард у нас, которого мы сейчас разберем. Так, давайте кнутом его стеганем. Все, победа за нами. Вот тебе и реванш. Что ты хотел, то и получил. Вот, три билетика, это уже другой разговор. Так, и сундук. Ну, наверное, нам придется его открывать. Нет, не придется. Вот, вот о чем я вам, ребята, говорил. Поздравляю нас с 15 уровнем. Так, и где-то у нас тут ящик. Мы можем с вами открыть. Так, назначить. Забираем. Ну, давайте вот этот, наверное, откроем, да? Давайте вот этот глянем с вами. Что у нас тут выпадет? Так, деньги, опыт, кирпич, магнит, кирпич. Ну что ж, хорошо. Я не возражаю. И крутить мы сможем с вами рулетку. У нас 4 билетика. Ага, кот пугало. Дальше у нас идет курица. Потом будет опять курица. Что ж тебе понравилось так выпадать, а? И пес Бернард. Ну что же, все в принципе хорошо. Забираем тут задание. Ну и остается только ждать, когда у нас с вами... Хотя нет, ребят, у нас же освободилось место под сундук, поэтому надо его забить. Ого! Вот это да, ребят, смотрите, 3 звезды у всех. И мощей это сколько? 2162, это довольно сильно. О, а тут еще круче. Даже не знаю, ну давайте... Давайте вот, наверное, вот этого попробуем разобрать. Слушайте, довольно нехилые уже пошли соперники у нас. Поехали, как говорится. Нам нужен еще один сундук, чтобы забить ячейку в банке. Ну, в принципе, после этого можно будет и отдохнуть. Так, давайте начнем с Сильвестра обязательно. Чтобы он своего быка на нас не травил. Хотя он успеет наверняка. А, нет, это у нас не ковбой. Это у нас бойскаут. Ага, замедляет моих персонажей. Хотя нет, он что-то сделал там на одного. И давайте, надо Фогорна разбирать по-любому. Так, стойка.
тоже сделал стойку повышения защиты. Но получи тогда кнутом на 53. Слушайте, довольно неплохо ударили. Все, он готов. Что-то как-то мы быстренько его разобрали, если честно. Так, всхлопотал. Давайте сделаем подхил. И добиваем Даффи. Вот так, делов-то. И кнутом, кнутом, кнутом его. Ты смотри, какой он толстый, непробиваемый просто, а. Что ты будешь с ним делать? Все, добили, да? Да-да-да, готов. Отдавай сундук. Три звезды, три билетика, и вот он, сундучок. Я вроде бы шел на черный. Ладно, назначаем его сюда. Защитники, защитники. Ну давай вот так сделаем, так, так и вот так. Защищайте. Защитники тоже должны быть крепкими, чтобы могли достойно защитить сундук. А ну, а мы вращаем рулетку. Ать. Кстати, вот этого пса у нас нет еще. Ого, 100 билетов нужно, чтобы его открыть. Так, опять Гектор. И последний раз крутим. Выпадает Бернард. Ну что же. Нет, не хочу я покупать билеты. И выполнено опять задание какое-то. Ну что ж, ребята, тогда на этой ноте я буду завершать этот выпуск. Мы будем ждать, когда у нас активируются все ящики, когда у меня ребята выполнят все задания, соберем потом дроп этот. Ну и продолжим с вами играть. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.